Владислав Королев в этом году первый, кто получил квартиру по губернаторской программе поддержки социально незащищенных детей. Он уже съездил вместе со специалистами из органов опеки на осмотр своего нового жилья. Теперь дело за малым – подписать необходимые бумаги и получить ключи. От всей души поздравляем вас. Спасибо. Да, вручаем вам ключи от квартиры и подарок. Вот. Очень хочется, чтобы вот такой мощный задел и старт вы использовали правильно. В новой квартире в жилом комплексе «Краски жизни» есть все необходимое. Современная сантехника и электрическая плита. Сделан полный косметический ремонт. 35 квадратных метров, 20 квадратных метров комната, благоустроенная, ванная, туалет большая, кухонное помещение, такой вот студия, квартира-студия, имеется лоджия. В общем-то, прекрасная квартира для начального этапа жизни наших детей. Осталось завести мебель, личные вещи, и можно начинать новую самостоятельную жизнь. Мебель купить, там гитару, конечно, там все такое, чтобы увлекаться этим. Телевизор хороший поставить там. Ну и что-нибудь такое еще вот такое. Музыкальный там. Ну, например, если девушку там будет себе заводить. Сейчас юноша учится в колледже на штукатура-маляра, но немаловажную роль в его жизни занимает музыка. Уже 3 года он играет на бас-гитаре в созданной еще в школе рок-группе «Встреча». Ребята исполняют как всем известные хиты, так и авторские песни. И учитель сам придумывает, и мы тоже это. Он нас учит, и мы запоминаем и учим. Вот скоро уже сейчас, в феврале, мы едем в Москву уже выступать. Поддержать Владислава в этот радостный день приехал его опекун Владимир Остапенко. Почти 5 лет назад он принял в свою семью сразу 2 мальчиков из расформированного интерната. И вот старший из них Владислав уже стал взрослым. Как долго вообще вот приживались, вот контакт искали? Да месяца полтора. Освоился и все, как в колею в свою вошел, и все нормально у нас. Помощник хороший. В прошлом году администрация Ленинского района предоставила 11 квартир детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. В ближайшее время новое жилье получит еще 3 молодых человека. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.